Для нас готовить вопросы Алексею в эту рубрику оказалось непростым заданием. Сложилось впечатление, что его поклонницы хотят разузнать с помощью интернета о нем все, включая подробности интимной жизни. Но когда Алексей узнал, что мечтают выведать фанатки, нисколько не смутился, а рассмеялся. Он давно привык быть честным со своей аудиторией. В откровенной беседе со Стархитом музыкант ответил на пикантные запросы о себе. Как Алексей Воробьев целуется? Утром, нежно по-французски. Вечером, страстно по-испански. Ночью, сонно по-лентяйски. Как Алексей Воробьев осваивал английский? Все сам. Слушал песни Дрейка и Джей-Зи и делал на них каверы. Так я быстро научился материться. А потом все равно пришлось браться за учебники и учить язык. Что помогло Алексею Воробьеву пережить смерть собаки? Одно из самых тяжелых событий в моей судьбе. Плакал каждый день. Но нашел в себе силы попрощаться с Элвисом Мелвисом. Он бы огорчился, если бы узнал, как больно его потерять. Благодарен за то, что он был у меня, и иду дальше. Почему Алексей Воробьев никого не выбрал в шоу «Холостяк»? Окружающим говорю только правду. Если для меня стало очевидно, что ни с одной из девушек не построю семью, зачем обманывать их и зрителей фальшивой фразой «давай попробуем». Любовь – это не божество на небесах, в нее не верит, а чувствует. Сколько зарабатывает Алексей Воробьев? Редко думаю о финансах. Без них, конечно, непросто. Хорошо знаю, что такое бедность, так прошло все мое детство. Но нельзя трудиться только ради денег. Если они станут целью вашей жизни, в конце вам будет чертовски грустно вспоминать, как провели годы в погоне за машиной поновее, одеждой помоднее и телефоном покруче. Какова причина расставания Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко? Думаю, это просто жизнь. Она сводит и разводит людей на разных этапах пути. Алексей Воробьев, у Виктории Дайнеко лучшая попа в шоу-бизнесе, кому Алексей Воробьев посвятил песню «Я просто хочу приехать». Есть на свете девушка, которая поклялась любить меня вечно. А я пообещал быть ей верным. Но отношения на расстоянии – непростое испытание. Она свое слово не сдержала. И имени ее, даже спустя годы, никто не узнает, и это к лучшему. Как нарисовать Алексея Воробьева? Хороший художник пишет душу. Без нее портрет, просто краски, размазанные по холсту. Из-за чего Алексей Воробьев перебрался в США? В Лос-Анджелесе я работаю. Поставил перед собой задачу, которую многие считают невыполнимой, состояться как артист на мировой музыкальной арене. Например, чтобы получить награду «Золотой граммофон», необходимо, чтобы песня играла на русском радио, а если хочешь Грэмми, трек должен исполняться на английском языке и крутиться не только в Америке, но и по всему миру. Я нахожусь там, где моя цель и мечта. Иначе бы зря тратил свою жизнь. Сколько сантиметров у Алексея Воробьева? Затрудняюсь ответить. Однако, когда прохожу контроль в аэропорту, мне всегда задают один и тот же вопрос: это что, полицейская дубинка у вас в штанине? К чему снится Алексей Воробьев? Говорят, что ночные видения – это параллельный мир. В нем отпечатываются прошлое и будущее. Есть огромная вероятность, что если в ночных грезах вам является Алексей Воробьев, значит, и вы приходите к нему тоже, просто еще не познакомились в этом временном пространстве. Долго Алексей восстанавливался после инсульта. Еще не реабилитировался полностью. Например, могу исполнять песню и резко выпасть из ритма, не понимая, где сейчас первая доля и как снова попасть в такт. Для обычного человека – пустяк, а для меня – стресс на уровне физического ощущения ужаса. Сразу возвращаюсь на несколько лет назад, когда был парализованным полуовощем, не осознавал, что со мной происходит. С другой стороны, эта ситуация заставила много работать над собой, пишу сценарии, пробую себя в качестве режиссера, монтирую, продюсирую музыку и делаю аранжировки. Совет, если случилась трагедия, не надо пытаться снова стать тем, кем вы были раньше. Этого человека уже нет. Можно научиться всему заново и превратиться в кого-то лучше. Сколько у Алексея Воробьева было женщин? Слишком много. Не считаю это своей заслугой и не кичусь. В каждую девушку, которую познал, путешествуя по миру, влюблялся искренне. Цифры не приносят счастья. Если рядом нет родной души, то количеством прекрасных тел пустоту внутри не заполнишь. С
кем сейчас встречается Алексей Воробьев? Ни с кем. В настоящее время я один.